удивительные события, произошедшие в прошлом, благодаря которым наша жизнь обрела иной путь развития. Чтобы открыть смысл древних пророчеств, мы отправляемся в путешествие к берегам Средиземного моря. Мы узнаем смысл слов Апокалипсиса Иоанна Богослова. «Семь церквей Откровения. Почему быть холодным лучше, чем теплым?» Смирна – это удивительный город, который напоминает нам о нашем богатом наследии в Иисусе Христе. К Смирне и к Смирнской церкви было обращено откровение Иоанна Богослова. Вторая церковь, которой он написал свое послание, это именно Смирнская церковь. Обращение к Смирне в Откровении самое короткое, но в нем нет упреков, лишь похвалы и ободрения. Послание начинается удивительным образом. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив». Буквально с первых моментов своего послания Дух Святой, Господь Иисус, Отец Небесный направляют нас на то, как мы должны проходить через испытания. Бог показывает буквально с первых слов, кто же есть Бог. Он концентрирует нас, что Он Альфа и Омега. Он говорит о том, что Он был, Иисус был мертв и сейчас жив. Церковь Смирна по преданию основана самим Иоанном Богословом. Она младше Эфесской сестры. Во времена проповеди Петра и Павла ее еще не существовало. О рождении церкви в Смирне Новый Завет молчит. И, наверное, нельзя лучше нигде снять программу, как под агорой Смирнской церкви, где мы сейчас находимся. Это подвалы, темные подвалы, которые олицетворяют то, что происходило в Смирнской церкви. В то время, когда апостол написал Духом Святым эти послания для Смирнской церкви. Действительно, церковь Смирнская находилась в очень тяжелом состоянии. Здесь написано, что Дух Святой знает дела этой церкви. И практически каждый раз, когда Бог обращается к той или иной церкви, Он говорит: «Я знаю твои дела». Но вот послушайте, и Он знает скорбь и нищету. Действительно, христиане в Смирне проходили через множество испытаний. И в отличие от Пергамской церкви, в отличие от множества других церквей, которые благоденствовали и финансово благоденствовали, эта церковь находилась в таком тяжелом состоянии. Тем не менее, Дух Святой говорит здесь: «Впрочем, ты богат». Бог концентрирует нас на то, что есть вечное, что есть реальное благословение, что есть реальное богатство. Сейчас Смирну именуют Измир. Это третий по величине город современной Турции. Смирна – античный полис, практически убедивший мир в том, что именно он – родина Гомера. Самые ранние поселения на территории Смирна относят к эпохе между 6 и 4 тысячелетиями до Рождества Христова. Во время жизни Христа город называли «вторым оком Азии». Само это место было действительно чрезвычайно привлекательным всегда для людей. И если считать с начала поселений, которые здесь образовывали еще протогреки, то это место населяемо людьми свыше 5 тысячелетий. Это потрясающе. Ты знаешь, очень важно, что здесь этот город, как портовый город, расположенный на берегу Эгейского моря, этот город привлекал сюда множество людей. Если вы посмотрите на бухту, которая окружает этот город, она очень удобная для плавания. Со всех сторон находится земля, и, соответственно, когда люди, особенно мореплаватели, проплывают в эту бухту, они оказываются защищенными со всех сторон, а также это дает возможность и защищать и сам город со стороны моря. Поэтому место совершенно уникальное. До сих пор здесь огромный порт, и греки, которые основали здесь большой довольно порт,
дали возможность этому городу процветать за счет торговли. Богатеющий город был весьма дружески настроен в отношении Рима. В Смирне благоденствовала многочисленная иудейская община. Иудеи здесь пользовались привилегиями, беспрепятственно соблюдали закон, устраивали религиозные собрания, из-за субботы и пищевых ограничений даже освобождались от воинской службы. Именно из иудеев, как мы знаем, по всей Малой Азии было обращаемо первое количество, первые христиане. Знаете, почему, наверное, Бог позволил вот этому рассеянию произойти? Это очень понятно, потому что евреи имели Слово Божие, как говорит Священное Писание. Они знали определенные духовные законы. У них была вера. И евреи также были очень, как говорит Священное Писание, жестоковыми. То есть они были, говоря современным языком, такие очень упертые люди, что давало им возможность сохранять Священное Писание. Для этого действительно нужно упорство. И также евреи были довольно образованные люди. Священное Писание, закон Моисея помогал им и быть людьми книги, людьми образованными. Они с раннего детства начинали изучать грамоту. Здесь нам показывают Священное Писание, что же есть настоящий еврей. Еврей или еврим – это тот, кто перешел на другую сторону. Так переводится в Священном Писании значение слова «еврей». Это значит человек, который прошел по вере на другую сторону. С этого начинается и послание. Здесь говорится именно об этом, что я Альфа и Омега. Здесь речь идет о том, что Иисус говорит Церкви, Дух Божий говорит Церкви, что Он первый и последний. Это действительно так. В глазах язычников иудеи и христиане были представителями одной и той же восточной религии. Соответственно, лояльность властей к иудеям должна была распространяться и на христиан. В случае же Смирны так не получилось. И вот дальше Писание нам говорит о следующем. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть». Действительно, это послание для каждого из нас. Мы все проходим через какие-то определенные испытания. Нам нужно победить, нам нужно выстоять в час, когда нам нужно претерпевать какие-то преследования, гонения или просто сложности. Это очень важно для нас, особенно здесь, в Смирнской церкви. Не случайно Бог сказал это вот этой церкви. Вот послушайте, вот дьявол будет ввергать из среды вас в темнице, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. О чем идет здесь речь? Виктория, ты знаешь, что буквально через несколько лет после написания этого послания епископ, блюститель, кстати, ангел – это одно из значений также в данном случае блюститель, да, епископа. Епископ этой церкви Поликарп прошел через страшное гонение. Епископ Смирнский Поликарп – мученик, апостольский ученик, особенно близкий святому Иоанну Богослову. Рассказы Поликарпа о проповеди апостолов, его мученичество запомнились многим христианам. Когда на римский престол вступил император Марк Аврелий, на христиан было воздвигнуто одно из жесточайших гонений. Язычники требовали, чтобы судья искал святого Поликарпа, отца всех христиан и совратителя всей Азии. В это время святитель Поликарп по настоятельной просьбе своей паствы пребывал в небольшом селении недалеко от Смирны. Святителя берегли и укрывали от преследователей сколько было возможно, пока он сам не отказался скрываться. Когда воины пришли за ним, святой Поликарп вышел навстречу и велел их накормить, а сам в это время стал молиться, готовясь к мученическому подвигу. Будучи приведен на суд, святитель Поликарп твердо исповедал свою веру во Христа и был приговорен к сожжению.
Предание рассказывает нам и множество подтверждений тому, что благочестивый человек, который был рукоположен на служение с самим апостолом Иоанном, он был поставлен перед выбором исповедовать Иисуса Христа Господом или отвергнуть ту веру, которой он посвятил всю жизнь, и поклониться лже-богам, поклониться богам пантеона Рима. И он выбрал исповедовать, безусловно, верность тому, кого он любил, кому он посвятил свою жизнь. И за это он был обречен казнью через сожжение. Но предание также говорит, что огонь не касался, не трогал его тело, из огня доносилось благоухание, что возмутило казнителей, ревнителей. Я думаю, что римляне, может быть, даже действительно были подстрекаемые влиятельными иудеями в этом городе. И палачам пришлось казнить его, заколов кинжалами. Но на месте гибели этого епископа в дальнейшем была построена церковь, которая прошла через все землетрясения, через все потрясения этого города. Даже когда османы завоевали уже ослабевшую христианскую византийскую империю, Сулейман Великолепный отреставрировал это здание, и мне бы хотелось, чтобы наши зрители увидели ее. Она до сих пор почитается как самое такое старое, самое древнее христианская церковь здесь. Она довольно простой архитектуры, но самое главное, что она хранит то почтение, которое Бог имеет к детям своим, которые действительно верны ему перед лицом смерти, потому что они знают, что такое жизнь. Настоящая жизнь, та самая вечная. Это послание к Смирнской церкви еще раз говорится о том, как важно сфокусироваться на том, кто есть первый и последний. Как важно увидеть того, кто был мертв и вот жив. Это концентрация на вере, концентрация на будущем, на надежде, упование нашего в Иисусе Христе. Это дает нам возможность и сегодня, взглянув на страдания тех, кто шел перед нами по вере, быть верными до конца. Здесь, в Смирнской церкви, мы находимся сейчас в Смирне, были казнены также и 12 потрясающих служителей Божьих. Они вели церковь, они благословляли множество людей, и тем не менее они были казнены. Знаете, что все апостолы, кроме Иоанна, были казнены. 11 потерпели мученическую смерть. И это не просто послание, написанное человеком, который размышляет о чем-то. Апостол Иоанн видел кончину своих близких друзей, с которыми он шел вместе со Христом долгие годы. Он видел, как меч поразил одного апостола, как распят был другой апостол. Он видел страдания своих близких друзей, которые выбрали смерть, чтобы благовествовать Святое Писание. Поэтому это послание очень актуально. Сейчас по всему миру христиане преследуют. Мы видим, как тысячи и тысячи христиан сейчас идут на смерть. Мы видим, как сегодня в разных странах, по всему лицу земли, верующие проходят через страшнейшие гонения. Это статистика, которая говорит вам сейчас о том, как в последние годы только люди, верующие в Иисуса Христа, страдали, и сколько испытаний пришлось им пройти. Я вам хочу сказать, это послание также актуально, также значимо для наших дней, как это было для тех, кто жил 2000 лет назад. Потому что Слово Божье не бывает тщетным, тем более книга Откровения. «Не бойся ничего, что надобно тебе перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь
не 10. Знаете, 7 – это число совершенное, 10 – это значимое число, это окончательное какое-то число, но это не совершенное число. 10 дней – это значит, что длительное время, но нам предстоит следующая часть нашей жизни. И послушайте, и будете иметь скорбные 10, будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Со 130-х по 150-е годы гонения на христиан относительно поутихли. Но с середины II века для церкви наступили трудные годы. Христианские источники главной причиной гонений того времени называют неразумную народную молву. Во время праздника, когда в Смирну съехался народ со всей провинции, во время цирковых зрелищ бешенство кровожадной толпы обратилось против христиан. Верность христиан до смерти будет вознаграждена спасением, которое символизировано венцом жизни. Сам образ венка взят из спорта. Венками награждали победителей на спортивных состязаниях. Город Смирна был известен своими спортивными играми. Победителю, то есть сохранившему верность до смерти, обещается, что его не коснется вторая смерть. Смерть окончательная, полное уничтожение. Если человек не уповает на вечную жизнь, то обращение к нему «будь верен до смерти» болезненно. Это жестокое обращение, но здесь Бог сразу говорит, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. На этом заканчивается послание Смирнской Церкви. В этом устремление для каждого из нас, в этом взгляд для каждого из нас, надежду упования Иисуса Христа, что каждый, кто победит, не потерпит вреда. И есть не только жизнь на этой земле, но еще и жизнь на небесах. Несмотря на то, что Смирна была захвачена турками, долгое время до 20-х годов 20 века она оставалась все-таки городом греков. Турки так и называли ее Гяур Смирна, неверная Смирна. Все, что осталось от построек некогда великого города, это руины агоры. Еще угадываются камни, где жадные до зрелищ толпы наблюдали мученичество святого Поликарпа. Но одно из древних зданий дошло до нас практически в первозданном виде –